А чё, я распрыгиваю, пацаны. Надо, мне ещё и сзади поймать надо, да? Давай, останавливайся, дурак. Ой-ой-ой, нет. А, шлюха, всё, меня убили. Знаешь, что самое весёлое это здесь? Бороде? Быть бороде. Давай. Я убил большую часть всех. Понятно. Я убил. Понятно. Подними, пожалуйста, братан. Братану пофиг. Всем доброго времени суток, и мы вновь продолжаем наше похождение по Paydayу. В данном случае я решил пройти вместе с другом миссию Hotline Miami, которую вы все, скорее всего, очень хорошо знаете. Но дело даже не в этом. Мы решили ее, естественно, пройти на Вандауне, и вот что у нас получилось. Но перед тем, как начать, у меня есть для вас два простых совета. Первое. Не берите кокаин на этом дне, вы все равно успеете его взять от сумки, если вы вдруг возьмете его. Будут растаскивать копы, что вам точно не поможет, и лишний раз бегать за сумками точно не лучший вариант, особенно на Вандауне, сами понимаете. Что же касается второй подсказки, советую просто зажигать бур в огне и ни в коем случае не тушить его. Во-первых, вам не придется ожидать вертолета, который точно может прилететь, а во-вторых, вам не будут постоянно ломать бур. Вы же сможете переждать где-нибудь в безопасном месте любой штурм. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. А мы все проходим замечательную миссию. У нас это получается с первого чуть ли не раза. Не правда ли? Такие изичи проходим вообще. Вдвоем, конечно, это печально. Это может быть. Не, ну согласись, что мы можем вдвоем пройтись, постараемся. По большому счету, знаешь, подвести нужно до этого момента, когда все взрывается. Потом каким-то образом встать или что-то по типу этого сделать. Ну, то есть, знаешь, пистол на сай, что-то по типу этого. О, да, наверное. Бесит, что двери, кстати, не всегда. Ну, то есть ты вроде стреляешь правильно, а она все равно открывается. Изич-то изич, только нам все равно на ту сторону надо будет бежать. Добежим. Ну это да. Да только мы добежим. Че на него орешь? Уй. Взял поорал на бомжа. Или кто это там? Борщик. Что здесь делает уборщик просто? Не знаю, что здесь делает уборщик, но бешеная Бонни, которая стреляет в доски. Она просто с ВХ. Фига себе, мне броню сбили. И все-таки, кстати, на Вандауне, на мой личный взгляд, очень хорошо, если ты ставишь при взаимодействии минус 50% к попаданию. У меня стоит и так. Это проходной навык. Ну да, потому что без него как-то вообще печаль, беда. И борода. С другая. Другая дверь. Дозер. Я его почти убил. Ладно. Я понял. В принципе, если ты меня прикроешь. А, тут вон в чем шутка юмора. Дозер срань. Объясни. Он был с сраным доктором. Best friends? Угу. Я думаю, что я ему в лоб выставил, считай, все обоймы, все это. Хрен там вообще, пофиг. Веду ботов пока. Я бегу. Давай. Я уже в попку, правда, прилетел.
Будет смешно, если мы, кстати, ботов наверх подымем. Ой. А мы можем, кстати, их поднять наверх? Не, мы же доводили уже ботов наверх. Да? А, точнее, было. Они умирали. Ну, да, они быстро умирают здесь, на самом деле. Все, отходи. Ну, носить левых, как обычно. По центру. А мать-то. Да йоу. То, что по центру, это хорошо, кстати. Почему? Потому что там можно зажигать, не нанося себе урон. Все, минус 3. Всех убил дозеров. Так, расставляем аптечки, расставляем сумки. Только так, чтобы можно было брать с двух сторон стены, чувак. Слышишь, может, не здесь дефиться будем? Думаешь? Где ты хочешь дефиться? Чтоб потом сюда не войти? Не, войти-то мы войдем. Рано или поздно. Просто здесь как-то это оверкил, все такое. У меня борода. Я понял. Я пойду на нижние аптеки включусь. Если смогу, конечно, бежать до тут. О, мне жопа будет. Будет больно. Будет очень-очень больно, если я не смогу это сделать, но ясный кулсат о всех. Я хорош. Ясный кулсат о всех вообще. Ау, ау, вау, ау, вау. Раз. Ау. Тебя воткнули иголку. Ау. Да возьми так. О, воу, что-то их тут много, слышишь? Ребята, давайте вы будете гореть в огне адском. Уика надо поднять. Там еще и снайпера, мрази. Ой, как все печально. Да ну. Упал. Найс, он миром перевернул. Так, ну я оставлю опять пока. Сейчас опять влез, хорош. Шел я вниз. А, найс. Просто. А, сейчас могут убить. М? Да не, не убили. Все нормально. Я на пить зарядки, я вообще. Слушай, не если попробуешь меня прикрыть, я могу попробовать зажечь. Ок. Пробуй. Сжигаю. Серьезно? Все, изи вин. Все, теперь можно залезать под этот. Ну да, они ее не откроют. А ты шутишь. Было бы смешно, если боты используют этот, слышь. Спринклер? Сейчас. Читерс. Нормально. Хоть яму возьму. Дозер. Где? На крыше. Не убивай его? Зачем ты его? Ну все. Ты просто ты представляешь, какое дерьмо сейчас на нас потом повалит? Ты чё? Просто представь. Главное его убить. Ну, хотя да, мы в принципе можем же долго дефать, проходить и дальше. Скоро столько дерьма будет. А я не знал, что они курсуют через это.
ты, чувак, как бы хотя бы ты либо залезь. Либо даже не знаю. Тайзера. Тайзера. Плохо. Я прям под флешкой. Я сижу. Ты как-то криво сидишь, ты у меня сидишь, вылез из этого и сидишь. Я знаю, я тут пускаю. Либо. Специально. Лечка. Ну, летел бы уже у меня. Серьезно. Все три копяющие, три мимо, да, ну ладно. Второй дозер тоже улетел. А, дрель встала. Да ладно. Смотри. Вижу. Значит, меня наверх идти, да? Прикроешь? Подожди. Эй, ау. Не забывай, что у меня тут патрон. Понятно. Зарядку еще делаю. В общем, подымешь меня. Это был лучший вариант, который я мог сделать, и я сделал его. Понятно. Очень хереново. У меня через 6 секунд только подъем будет. Ну тут чисто, тут никого нет. Ну, кроме вот этого дозера. Нафиг это дерьмо. Так, у тебя есть еще аптечка? Да. Поставь одну там, где мои патроны. Да, сука, самый тайзер. Ну, потихоньку пробьёшь. Осталось времени. Там еще два тизера. Ау. Ты тоже там есть? Ну, ты чё, хорошо. Пробую зарядить её, чё. Надеюсь, там нет снайперов, иначе мне борода. Мне борода. Нет. Бля, хуево. Тебе борода, окей. Я должен успеть бежать. Все, вниз. Шикос. Хорошо, пошли. Еще по идее один раз информация. Если что. Так, у тебя, по-моему, последнее падение, нет? Друже, у тебя последнее падение или нет? Нет. Меня нет. О, они отступают. Пойду наверх. Трошки возьму. Чё? Ничего пока. От снайперов немножко избавиться. Залезайте обратно. И это? Фигу. Мне нравится то, что снизу никто не идет в этот момент. Чего-то кайф в этом плане. Хорошо, там все умерли. Мне же понравилось. Вот отсюда нас снайперы могут палить. Ой, знаю, но они не попадают. Мне уже палили. Ну, нафиг.
есть два тузера. Лукер. Какой поворот событий, а? Ой, там много так народу на нас бежит. Там вещи. А упала я. Ты лучше оставляй этот на потом. Шо? Ну, подъем издалека. Раз, два, он постекал. Тут. Ладно, я дозеров хотя бы убил. Дверь открыт. Думаю, можешь мне похилиться. Хочешь? Или так потихонечку побежим? Не, лучше сейчас побежать. Машина. Ну, побежали. Да, что-то там многовато. Тащи. Зря так считай хилился. Тут практика, который тебя быстрее. Сейчас я этого еще завалю. Как вариант. Это меня завалит. Вообще красавчик, конечно. Мне понравился. Выйдет поли, выйдет поли, выйдет поли. Короче, осталось времени 500 секунд. Ничего, надо посидеть тут. Два щита спускаются. Идет за ним бульда должен быть. Вон он вышел. Степа. Еще один дозер. Зря ты побежал за этим. Ой. О, он меня в прицел решил взять. Он не свой код. А, у меня патроны закончились. А, таза. А, фак, все, меня кончили. Ладно. Он затихает. Потихоньку. Надо идти. Она полностью не дает. Патроны получить. Может идти. Да, все. Это конец шторма. Пошли. Пошли этого идиота мочить. Ну, пацан, сейчас не бой. Ну, помню, и сюда. Готов. Руху, можно по кокаину взять еще. Ладно, сейчас он сдохнет. Ну, все, два пакета хотя бы нужно. Ну, так, что, ради фана. Будет обидно, если мы еще, конечно, сдохнем. Ну, я надеюсь, что этого не будет. О. Все, вертолет прилетел. Я на месте. А, исключим. Да-да-да, все нормально. Прошли.
Педали нет. Да, обидно. Ну блин, я ничего не мог сделать с тем, что вылетел. Зато записали хотя бы. Весело. Нет, весело, правда весело. Мне понравилось. 10 падений. У тебя сколько падений? Я не знаю. Меньше, чем у тебя. Ну, это понятно. Не такой раз, там сам типа 10 упал, такой бумс. Ладно, всем спасибо, всем удачи, пока-пока.